бои. В поисках Йеннифер, своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она осталась. Ничего не остается, только молиться и просить. Знаешь, ведьмак, про тебя всякое болтают. А я вот не забуду, что ты прямо это. Ничего не остается. Ничего не остается, только молиться и просить, чтобы нас зло миновало. Эй! Откуда боги привели? Но! Сидел дьявол на трубе, самогон гнал себе, выпил дьявол. Придержи. Шевелись, плотва! По домам! Не любишь серебро, да? Но пошло. Сколько мне еще ждать?
Ну. Всё. Давай, плотва. Гестерон, пропустишь со мной кружечку? Я теперь Дерван. Дерван, а не Гестерон. Приветствую старого клиента. Чего тебе нужно на этот раз? Сделай мне одну вещицу.
Покажи, что у тебя есть на продажу. Сделай мне одну вещицу. Бывай. Приветствую старого клиента. Чего тебе? Сделай мне одну вещицу. Покажи, что у тебя есть на продажу. Бой.
всех сливок у меня болит живот. На полях Нильфгаардской страны Эмгир император наделал штаны. Они всех нас хотят за Еругу высадить, да? Она даже что-то сказала. Землю поселенцы хочет от меня учить. Бабка моя рассказывала, как Кузнецов сынок пропал. Сама мужики начали ведьмак на обратку. Погоди, плотва. Давай, плотва. Шевелись, плотва. Но! Поищем хозяина позже, когда будет безопасно. По домам! И часто ты разговариваешь со своей собакой? Это не моя собака, а моего брата Бастина. Хотя, теперь уже, наверное, моя. Понимаешь, Бастин бился с черными. Здесь неподалеку большое сражение было, и с тех пор от него никаких вестей. Говорил я ему, сделай как я, отрежь себе палец или два, тебя и не заберут. А он побоялся. На твоем месте я бы осмотрелся на поле битвы. Был я там. Море трупов и... Послушай-ка, я так понимаю, ты этим... Хорошо, я тебе помогу, только...
Кто бы сомневался. Я хочу хоть тело забрать, чтоб Бастин не гнил под... Встретимся на пригорке, рядом с... Столько трупов. Война только началась. Хорошо, что ты пришел. Бастин и его тело. Должно быть... Точно так же, как тела сотен других. Ты что... Успокойся. Все ребята... Не оби... Лучше сейчас время языком трепать. Давай сделаем, что нужно, и пошли отсюда. Не лучшее сейчас время языком трепать. Давай сделаем, что нужно, и пошли отсюда. Не лучшее сейчас время языком трепать. Давай сделаем, что нужно, и пошли отсюда. Thank you.
Что это может быть. Это он? Нет. Это сын соседей. Не лучшее сейчас время языком трепать. Давай сделаем, что нужно, и пошли отсюда. Ну так что, гусар? Чуешь хозяина? Ладно, ничего. Это он? Нет. Не похож. Ну так что, гусар? Чуешь хозяина? По-прежнему ничего. Сказать, может, это он? Я... Бастин был здоровый парень. Широкий в плечах, а этот вроде поменьше. Но может, это из-за огня? Он его учуял! Гусар учуял Бастина! Вперед! Еще ничего. Поручик сказал нам ходить в сортир по команде. Нас из баллисты обстреливают, а он все. Солдат с полным желудком в битву идти не может. Будете сидеть, пока не высидите. Представляешь, болван. Прекрати, ребра у меня болят как... Надо наложить давящую повязку, но это позже. После того, как ты объяснишь, что здесь происходит. Бастин! Он тебя взял в плен, этот нильфгардец? Нет. Он мне жизнь спас. Меня ранили в бок, потом по башке ударили так, что у меня зрение отшибло. Росон наткнулся на меня, когда полз через поле. Он лодыжку вывихнул. Вот... Заберу тебя домой. Надо заняться твоими ранами. Я Росона не брошу. Один он тут пропадет. А если его у нас найдут, тогда повесят всех вместе с моей лисье. И речи быть не может. Если бы не этот черный, Бастин бы уже умер. Так может, ты ему покажешь, что нордлинги не дикари, какими нас считают в Нильфгаарде? Ну, дам я ему отцовскую одежду, обучу работать в поле. Только вот акцент... Ну да ладно, будь что будет. Спасибо, ведьмак. Вот твоя награда. И да хранят тебя боги.
Плотва не так быстро. Что это может быть? Вперед, плотва! Придержи. Давай, плотва!
Странный ты мужик, да неплохой, сразу видно. Thank you.
Погоди, плотва. Давай, плотва. Шевелись, плотва. Давай!
вам в помощь. Какие у меня мускулы! Эй! Черт! Хвороба какая-то меня пробрала! Покажи свои товары. Бывай. Спихнуть меня хотите? Пошла. Как вырасту, стану мальчиком. Боги. Гляди. Плотва. Держи. Thank you.
Не торопись. Гади, плотва. Что случилось? Чудовище! Чудовище из болот! Говорили мне, что здесь дорога опасная, а я не послушал, и по делам мне! Меньше стенаний, больше фактов. Что случилось, как помочь, и помни. Ведьмаки за даром не работают. Ну, собрался я к черным торговать. Вдруг конь переполошился и понес. На колдобине вылетел я с козел, а повозка поехала дальше. Вдруг слышу какое-то бульканье, ржание и чавканье. Что-то там было. И что-то, кажется, сожрало сивку вместе с копытами. Товар в повозке, а мне... Ладно, схожу.
Следы повозки, она заехала в болото. Так что, нашел мою повозку? А вот и повозка. Стрела. Об этом он не упоминал. Интересно. Здесь стоит осмотреться повнимательней. Повозка, утыканная стрелами. Хорошо.
Должно быть, он об этой коробке говорил. Запах крови человеческой. Ну, сколько мне еще ждать? Нашелся сундучок-то мой. Да, нашел я твой ценный сундучок. А еще стрелу в боку бедного Сивки. На этих болотах нет, а утцы и водные бабы из лука не стреляют. Других подозреваемых нет, вот я и думаю, что... Осторожно! Сзади! Сзади ничего нет. Я ведьмак, так что я бы услышал. Так же, как слышу твой пульс. Очень быстрый, как у лжеца. Посмотрим, может, наездник из тебя лучше, чем мошенник. Теперь помедленнее. Ведьмаки поганые. Кончишься!
Что это может быть? Нехорошо. Ах, сука. Хорошо. Надо его привести в чувство. Подъем! Вот видишь, на вранье далеко не уедешь, даже верхом. А теперь говори, кто ты такой и зачем напал на повозку. Ефрейтор Ян Гейрмер. 6-я тимерская дивизия, 2-й полк. Распущен. Но все еще действует. По-тихому. Из леса. Это был медицинский транспорт. Я не хотел, чтобы он попал к нильфам. А лекарства нашим ребятам они тоже пригодятся. У нас много больных. Отпусти меня, тогда, может, они выживут и еще будут сражаться за свободный север. Добро, езжай. Желаю тебе и твоим товарищам, что прячутся по кустам, славные виктории в сражениях с Нильфгаардом. Чувство юмора у тебя гнусное. Но, мужик, ты порядочный. Возьми вот золото, я ж обещал. Выпей за серебряные лилии и память короля Фольтеста.
Теперь помедленнее. Все, все, все. Где и плотва? Thank you.
Шевелись, плотва. Держи. Это место силы.
Блудиница? Интересно, что она здесь делает. Ого. Я подошел слишком близко. Что-то привязывает полуденницу к этому месту. Какой-то предмет, без которого она не может уйти в иной мир. Надо понять, что здесь произошло. Мужчину всадили нож, он умер на месте, а потом тело обглодали звери. Здесь какие-то кровавые пятна, но это не его кровь. Дневник может пригодиться. В мужчину всадили нож, он умер на месте, а потом тело обглодали звери. Кого-то здесь тащили еще живым. Две кровавленных ладоней. Руки маленькие, женские, наверное. Она была ранена, дралась за жизнь.
Тело не видно, но может я найду какие-нибудь следы? Еще один след у колодца. Похоже, полуденница не отходит от колодца. Тело высушено, следы ожогов. Работа полуденницы. Тело высушено, следы ожогов. Работа полуденницы. Следы крови почти исчезли, но нитка крови по-прежнему видна, что-то не так. Труп повешен на веревке от ведра. Широкий таз, маленькие челюсти, женщина, судя по зубам, лет 30, без левой руки. Надо сжечь останки, а перед этим понять, что связывает ее с этим местом. Может, рука отвалилась, потому что на ней было надето что-то тяжелое? Придется прыгать. Надеюсь, не пи...
удачный. Браслет с гравировкой. Вари от Волькера. Похоже, этот браслет принадлежал женщине, которую я нашел в колодце. Отличная работа. Но придется его сжечь вместе с телом где-нибудь поближе к колодцу. Иначе полуденницу не изгнать. Вот вы собрались передо мной. Боитесь? В поисках Йеннифер своей давней любви Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. Thank you.
надо подготовиться. Сделать масло от призраков, выпить эликсиров.
Похоже, полуденница не отходит от колодца. Здравствуй, хозяин. Я вот прочитал, что у вас беда с колодцем. Как есть беда. Призраки там уже лет 20 как. 20 лет? Что ж только сейчас спохватились? Потому как раньше мы черпали воду из реки, а после битвы столько в ней трупов плавает, что она отравленная стала. Дочь моя Люба выпила пол кувшина и совсем разболелась. Лоб горит, еды удержать не может. Со дня на день все хуже. Травница говорит, что человек в лихорадке много пить должен. И не пиво или брак. Опиши мне этого духа. Ну, страшенный он жуть. Как он выглядел-то? Похож вроде на девку, но такую, что только из гробу встала. Платье на ней грязное, все изодрано. Кожа прямо кусками сходит, а воет, будто страдает очень. Значит, какой-то призрак. Или альп. Мастер-ведьмак, если вы им не займетесь, схороню я доченьку мою. Хорошо, помогу тебе. Так где этот колодец? В Хущах. Это хутор такой был, к югу отсюда. Вперед, плотва! И браслет. Игни. О, сработало. Thank you.
Ты любишь сверчков? Ты их грызешь или проказа. Это верно. От тех сливок у меня болит живот. Лишь на полях Нильфгаардской страны Эмгир император надел штаны. Пропустишь со мной труд? Я теперь сказал? Дерван. Дерван, ну? А не гостера. Да как же так? Я же ведь знаю, что нам тебя на пустыре. Жена на ретрет. И вообще, что за имя такое? Еще чего-нибудь? Может, есть что интересное под прилавком? А это зависит от того, что вы ищете. Взгляните-ка.
Прощай. Еще чего-нибудь? Может, есть что интересное под прилавком? Прощай. Настоящая ведьма. Мать тебе не поверит. Приветствую. Дай-ка взглянуть. Береги себя. Так что? Может, сходишь? А я сегодня получил горбушку хлеба. Ну, головы-то обратно не пришлёшь. Говорят, положили тело его в склеп. Говорят, женщины севера моются раз в 3 месяца. Это правда?
Пошла. Чертяка змееглазый. Давай, плотва. И плотва. Ну, пошла. Куда прешь? Торопись. Вперед, плотва! Но! Придержи. Нам записаться не хочешь, Нордлинг? Ой. Ну же, говорят, женщины севера моются раз в три месяца. Ну же.
Это военный лагерь. Местным вход только по разрешению командира гарнизона. Я похож на местного? Ты похож на того, кто ищет неприятности. Наоборот, я от них избавляю. Я ведьмак. Ведьмак? Капитан Петер Сарк Гвинлеви сейчас в башне, за воротами направо. Не такие уж вы черные и страшные. Когда хотите, умеете быть вежливыми. Не привыкай, Нордлинг. В башню. Стой! Эсди Кефирин, Нордесул Хейден Анморес. Эсэ Дрог Мэрс. Лорь Эсэ Дуфэн Ухэль. Мир. Дейк Эфэн Дэ Энэсэ. Эсэ Тордон Квэ Кай Мэха. Предупредил! Император поведет нас прямо на Новиград. Так сколько деревня даст зерна? Сколько скажете, ваше превосходительство? Посмотри на мои руки. На, смотри. Мозоли видишь? Какое я тебе, ваше превосходительство? Крестьянин я. Так и давай говорить, как мужик с мужиком. Сколько сможете? 40 корцов. Было и больше. Дадите 30, уже хорошо. Ну? Благодарю. Покорнейше. Кроме старосты, я вызывал только кузнеца Вилли. Краснолюда. В логике тебе не откажешь.
Геральт из Ривии, ведьмак. Вадгерн. Понятно, почему я не слышал шагов. Чего надо? Йеннефер из Венгерберга. Куда она поехала? Это военная тайна. Ты все еще не выставил меня за дверь, не позвал караул. Значит, у тебя есть предложение. Тут в окрестностях завелся грифон. Убей его. Тогда посмотрим, что можно сделать. По рукам. Но прежде чем я начну, пара вопросов. Ты знаешь, где у грифона логово? Сперва он держался возле лисьего бора. С тех пор грифон нападает, где попал. Значит, он бросил логово. Придется ставить ловушку. Судя по твоему тону, это будет непросто. Для приманки мне нужна одна травка, крушина. Грифон почует ее запах за 10 миль. Крушина? Ты впервые слышу. Да, наверное, сперва ты выучил основные выражения. Руки... Нет, сперва были поговорки. Например, загляни к Тамире. Мне нужно больше... Может, тебе очевидцев привести? Они скажут не... Мыслов. У него... Тамира и Мыслов. Эс-зон Яктон. Не знаю никакого пароля. И значит, вы здесь просто так ходите? Интересно. А таких, которые торгуют казенным им... Вижу в... Сделай для меня... Покажи мне свой товар.
Как там настроение в лагере? Ага. Значит, все-таки... Да мне просто любопытно. А кстати, вы хотели что-то купить? Бывай. Вы шпионить? Покажи мне свой товар. Как там настроение в лагере? Ага. Значит, все-таки... Да мне просто любопытно. Ага. Ну так вот, можете передать всем любопытствующим, что войну мы выиграем. И это по той причине, что рода... А кстати, вы хотели... Бывай. Много работы, да, очень много. Медета, эсто АТС на Новиград. Император поведет нас прямо на Новиград. Пароль! Из... Покажи мне свой товар.
Бывай. Ты слышал о бригаде в Риге? Такие, как ты, там. Вы шпионить? Покажи мне свой товар. Сделай для меня одну вещицу. Покажи мне свой товар. Сделай для меня...
Покажи мне свой товар. Бой. Вы шпионить? Покажи мне свой товар. Бывай. Плотва не так быстро. Дай-ка взглянуть. Береги себя. Еще только не хватало.
Приветствую старого клиента. Покажи, что у тебя есть на продажу. Бывай. Приветствую старого клиента. Покажи, что у тебя есть на продажу. Бывай. Есть кто? Наверное, на охоту ушел. Следы свежие. Мыслов только что вышел.
ты, Мыслов. Слышишь? Волки? Хотя нет, дикие собаки. Да, они опаснее волков. Я собираюсь на охоту. Где ты нашел нильфгаардцев, которых убил Грифон? А, понял. Вы ведьмак, убийца чудовищ. Это о вас в деревне говорят. Ага. Я вам покажу дорогу, конечно, но собак надо перебить, пока они ни на кого не напали. Поможете? Если вам не жаль тупить об них серебряные мечи, стало быть. Почему бы и нет? Грифон не убежит. А вот собаки могут. Так что, ступайте осторожнее. Давно у вас неприятности с этими псами? С начала войны. Как солдаты через деревню идут, бабу изнасилуют да задушат. Мужика убьют для забавы, корову на мясо. А дворнягу? Разве что пнут в походе. Ну, избивают эти шавки в стае. Голодные, исхудавшие, все в струпьях. Поздно. Они уже на кого-то напали. Дитер. Знаешь его? Мы вместе служили у помещика. Там, где сейчас войско стоит. Он был конюшем. Но это было до того... До того, как что? До того, как меня выгнали из деревни. Что ты такого сделал? Ничего. Я выродок. Простите, не хочу я об этом говорить. Я тоже выродок. Да, но другого рода. Если это ликантропия, я могу помочь. Что? Ликантропия, волколачество. Я уже помогал в таких делах. Обычно это простые проклятия, которые... Сын помещика Флориан, я... Любили друг друга. Дитер застал нас на конюшнях. Меня выгнали, а Флориан повесился. Барин начал пить, имение пришло в упадок. Вот и вся история. Мне очень жаль. А, что было, то прошло. Мы шли нильфгаардцев смотреть. Пойдем. Ты знаешь что-нибудь об этом Грифоне? Немного. Это зверь не для меня. Зато ты для него в самый раз. Хоть бы поэтому полюбопытствовал бы. Я по лесу тихо хожу, так что даже Грифон не приметит. Это здесь. Один лежал там, у пенька. Берегите себя. Я справлюсь, это не... Хорошо, если так. Будьте здоровы. Земля черная от запекшейся крови. Лагерь?
беды давнишние, а не глубже. Солдаты в доспехах, наверное, не льдгарцы. Грифона, точнее то, что от него осталось. Тело пролежало несколько недель. Он был еще жив, когда Грифон его сюда принес. И долго умирал. Самка. Личинки в ранах уже вылупились. Значит, она мертва по крайней мере неделю. Выходит, второй Грифон самец. Глубокие колотые раны по всему телу. Она не защищалась. Края клюва ось. Гриф. Жесткая ось. Это объясняет, почему самец, которого я встретил, был... Сперва он напал на нельфгаарцев здесь, в лесу, а потом начал рыскать по всей округе. Я сделал все, что мог. Пора возвращаться к Весемиру.
рассказывал. Как не тронь! Добрый человек, а вон то поле, по другую сторону. Да? Что такое? У меня две новости, хорошая и плохая. Хорошая в том, что капитан Нильфгаардского лагеря знает, где искать Йеннефер. А плохая, мы должны убить для него Грифона. Чего еще он мог попросить взамен у двоих ведьмаков? Ну, рассказывай, что ты узнал. Грифон бросил логово, так что придется делать приманку. Ну, как успехи? Я кое-что разузнал. Это самец. У него было гнездо в лисе. Нильфгаардцы сожгли гнездо, убили самку, разбили яйца. И решили, что дело сделано. Вечно одно и то же. Крушину я нашел. В самый раз. Скорее уж смердит. Смотри, какой нежный нашелся. Гнилое мясо, гной, мочевина. Обычные запахи деревни. Помнишь, как мы в Тритогоре на помойке охотились на Ригера? Ты... Забудешь тут. Мы как встретимся, ты это всякий... Ну... Больше ждать смысла нет. Пойдем посмотрим, где можно поставить ловушку. Я уже присмотрел одно место. Значит, там и увидимся. Thank you.